Доброе утро, у нас нету света. Я уже сделал себе чай, хорошо, в бутылке у меня вода была. И я бутылку ставлю вечером, чтобы не вставать, не бегать за водой. В общем, хорошо, что была. Сейчас оделся. Вещи не высохли, блин, до конца. И, в общем, сейчас начнется движуха. Котят ловил целое утро, двоих, блин. Эти зашли. Короче, уже, наверное, пришли. Все, я побежал. Точно. Да, Лёш? Ага, пошел я, короче. Даже сеть не лов. Пипец, пойду шапку одену. Аккуратно, чтоб забор не повредил. Все убираем, ребят. Хотя бы. Оп. Так, вот это дерево нет, а? Света нет, руками выкручиваем. Сейчас свет дали. Болгарку. Сразу столько территории. Вот здесь будет. А что, держать не вариант было, да? Так. Они. Бедные ребята, меня боятся, я все вижу. Нет, вы это, спустите. О, забор, набор там всякий. Свет дали. Выше роста. Выше 2 метров. Корень-то корень, да? Природная свая – это корни, хрен вытащишь. Пошел, фаса. Вот орешник. Интересно, да, как быки? Ну, элементарно. Вот тебе и все. Орешник анима. Ладно, пойду собак выпускать. Все такое. А тут Джессика гуляет у нас. Молодец, Джессика. Ну, давай. Но. Молодец. Не прыгай только. Не прыгай. Нет, не прыгай. Нет, не прыгай. Да куда ты? Как? Уйди. Уйди на какашку. Уйди. Твою нихай. А. Так, иди сюда. Давай, иди, Валя. Молодцы. Нельзя не прыгать. Тихо. Тихо. Ничего не понятно сказал. Вот что происходит на утро, когда ты кошек дом завел, и у тебя дом не был прибран. Они помогают. Чисто мои чуть.
прыгай, не прыгай только, Дос, не прыгай. Да, Борис. Да уже испачкал. Тетя моя, девочка моя, красотка моя. Обозяю тебя, мама. Вся, вся, вся. Вся, вся. Офигеть. Офигеть. Дусь, как дела, малышка? Подожди, погладить хочу. Ты моя девочка, все, не прыгай. Красотка. Все, не прыгать. Ты моя звезда, моя. Все. Да. Все, смотри, вон как работает. Контролируй. Пошла думать, что бы свистнуть, а? Смотрите, вытащили целую огромную. Как подпорочка будет. Обязательно, это бомба будет. Помню, Дуська раньше боялась, людей, меня боялась. Дикая была вообще. Даже на меня она гавкала. Мы когда друг друга не знали, кидаю телегу платную. Это, она меня когда не знала, она меня, я гулял с питбулями, она жила сзади магазина там, ну, на улице. Ее прикармливали, там несколько собак было. И она на меня так рычала, гавкала, скалилась. Я боялся даже момент. Потом подобрела. Людей вообще она не подпускала к себе. Посмотрите на забор и на глубину. Я же говорю, тут выше, тут метра... Ну, 3 метра точно вот эти. А заборчик залили, называется. Поэтому и такие расходы. Дуся, что ищем? Она умная вообще, пипец. Дуся все-таки скоммунизила сапог со стройки. Молодец, Дуся, зря не ходишь. Я говорю, я как добытчик пойду. Надо банду кормить, щенков надо кормить. Олег отправил эти. Я просто хурму кушаю. Олег отправил это. Хаш, пойду сейчас покормлю, а то они щенки кушать хотят. Как можно, вот, когда голодная, то собака, особенно щенки, не покормить. Хоть на дядю пойду работать, но лишь бы накормить своих, свою банду. Так и было. Ну, на дядю я не работал особо, но голодными мои собаки не оставались никогда. И не получится такого. Слава тебе, Господи. Ребят, 40 килограмм, это вам не шутки. Хаша, 40 кг, вы представляете? Ой, короче, все, выключаем. Дуська, ну иди сюда, иди. Дуся, иди сюда, молодец, иди. Раз уж заходите, молодец. Они цветом похожи. Только обувь не воруй, молодец. Дуся сейчас все посмотрит. И стыбзит. За 120 тысяч в месяц у него, блядь. Там все. Кошка, что ли? Олег Сергеевич, спасибо огромное. Собачки мои сейчас будут просто кайфовать. Дай бог, что. Ух, офигеть, тут куски мяса. Хаш. Шикарный. Хаш самый крутой, скажем вот так вот.
Вот это сейчас они попутают. Отвеча. Так, по половинке дадим попробовать. Или давайте одну понесем, посмотрим, что будет. В общую кинь. Ой, да, все. В общем, Олегу Сергеевичу огромное спасибо. 40 килограмм хаша. Я буду всем давать без исключения. Но чаще будем кормить щенков. Потому что я не могу одному дать, второму не дать, не вариант. Или всем, ну, щенкам понятно, чуть побольше. Так что Олегу Сергеевичу в комментариях респекты покидали все. Поблагодарили. Особенно мои собачки. Сейчас скажут огромное спасибо за такую вкусняшку. Давайте вот так. Да. Это мои колбаски мои. Колбаски мои. Видите? Ой, дядя Олег за вами переживает, точнее. А точнее, братик ваш. Графчик ваш брат. Видите, как он за вас переживает. Сейчас. Подожди. Офигеть. Бомба. Так, спасибо. Графчику сказали. И дяде Олегу. Это все благодаря... Не, кушайте, может, кушайте. А не первый раз, ребят. Кушайте. А она не поймет еще. Пусть почувствует. А уже рычать собрал. Ничего. Сейчас они мисочки отдельно. Раз. У нас миски везде и повсюду. Извиняюсь, как обычно у нас. Ну, вот видите, там миски глубокие, или что, блин, тут убрать носить по-хорошему. Поэтому вот когда отдельно Валеру удобно, знаешь, сколько надо съел. Ты пока думал, тебе маленький кусок сама достался. Молодцы. Все. Спасибо большое, Олег Сергеевич, еще раз. Это крутые подгоны для банды. Да будет вообще крутяк. Вот так вот. У нас в платной телеге есть видео, как графчик кушает такие вещи. Понравилось. Это для сухожилий, суставов полезно. В общем, кушать. Реально, аж душа радуется. Я такой, ух, бомба. Если бы все было чисто и все в мисочках, вообще было бы шоколад. Ну ничего, у нас спартанские условия, пока. Забрали, да, у тебя? А араб что-то попытался и в конце заднюю сдал. Что-то он попытался защитить даже. Его надо отдельно, ничего. Отдельно тебя потом покорм. Только руки помню. Вон же есть что. Чего вы не дебитесь? Так, ребят. Блин, только руки помыл, но тут опять. Я чуть-чуть задал. Ты как старый дед, здесь увалится. Ребят, еще у нас хорошие новости. С Олегом обсуждали строительство, и
Олег сказал, что я беру питомник на себя собакам, чтобы до Нового года собаки уже жили в питомнике, в тепле. За это ему вообще низкий поклон, потому что, блин, это будет очень круто. Я, честно, я очень этому рад. Я, слава богу, мы люди себе комфорт и так создадим. Все нормально. А вот собак их много, я один их много, надо, чтобы им было комфортно, тогда и мне будет комфортно. Спасибо Олегу, еще раз низкий поклон. Брат, огромное тебе реально спасибо за все. Камера нету, но ты диагональ выставил, объясни мне, пожалуйста. Диагональ здесь? А? Есть диагональ? Да если у тебя там 33, там 43, как диагональ можно? Научи тебя. Пошли, огонь, полезли. Пойдем. Это пиздец, диагональ у человека. Сюда иди, вот смотри, если бы я ее вовнутрь еще взял, посмотри на эту колонну. А? Это посмотри, опасно. А если бы я ее еще 2,5 раза? Опасно. Тихо, спорить не буду. Опасно. Спорить не буду. Спорить не буду. Тогда нахуй уравняй свои 3 сантиметра, раз за меня так опасно. Дуся, чё воруешь, Дуся? Нельзя. Опять пчелка. Что-то вас много. А, не вон их. Сейчас согреем ее чуть-чуть. Как обычно. Давай, Арсен, пока. Ой, да, полетело. Все. Ну, а давай, о, конь, давай. Дойдет он, да. Молодцы, ребята, молодцы. Все, сюда, поворачивай этот край сюда, на меня, на меня. Вся надежда на Арсена. Все, ложи вот так, ложи, Вань, все, Вань. Отлично, так. О-о-о-о-о. Что там происходит? Пипец, пипец. Там я поехал туда. Все, пока, сюда ложится. Дуся патрулирует теперь у нас стройку. Молодец. Только не воруй, хорошо? Я же тебя кормлю. Все, не воруй, Вань. Класс, да? Офигеть просто. Наконец-то у нас сет идет, мощнявый еще. Целое сооружение, да. И чё мы гуляем? Ты не устал? Ну иди аккуратно, так у него ноги задние еле двигаются. Все, Дуська, нельзя, малышка. Нельзя, нельзя, Дуська, нельзя, малышка. Дуська, ты чё, малышка, всё хорошо. Здоровый, ты здоровый такой, пипец, они здоровые, охренеть. А зубы? Подожди, дай гляну уже, раз открою рот. Зубы, кстати, не прям большие. Ну всё, всё. Я б тебя взял, честно, ну куда, у меня есть столько вас. Умный, умный девочка. Все, не ругайся. Дуська умничка. Молодец. Дуська моя девочка. Все вы мои девочки. Блин, здоровые такие. Как... Такие вы красивые. Ой, блин, чнюп. Они такие осторожные, такие, знаете, аристократы азиаты. Мне нравится. Подожди. Тебе посмотреть хотел. Крупно, смотрите, ноги, ноги, ноги. Пипец. Жалко ее. Пойду хозяевам скажу, пусть закрывают. Скажу, жалко, ходит. Блин. Не дай бог, завтра с питами буду гулять. Еще ее доломаю. У нее задние ноги, потому что еле ходит. Так, на руки мыть. Дуська, молодец, Дуська, все хорошо. Молодец.
Короче, дома нет, наверное, никого, поехала. Руку надо обязательно помыть. Поехала, брат. Сказать хочу, ребят, чтобы, ну, раздержите, занимайтесь, на ноги обратите внимание. Жалко, да, ее. Вы такое видели? Пекинес на цепи. Пекинес на цепи. Иди, мой маленький. Такой. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну ладно, я поехал, так уж и быть. Др-др-др-др, я поехал. Я поехал. Такой классный щенок отвечает. Вообще прелесть, ребят, прелесть. Дядя мой маленький, дядя мой солёсенький. Ну иди. Пойдем, я с тобой подружиться хочу, может быть. Дядя мой маленький. Иди сюда. Кутя, Кутя, Кутя. А что у вас двери открыты? Давайте закроем. А то у вас серьезный парень. Ну сядь, не бойся. Не бойся, мои. Все, закрой. Нет собак больше. Все. Все, на. Все, на. Ой, убегай, убегай. Боись, боись. Боись, боись. Иди сюда. Такой красивый. Эй, красивый. Иди сюда. Да не бойся. Слушай, он такой милый, пипец. Такой красивый и миленький. Да ты мой красавчик. Надо снять телегу кинуть, я твой красавчик. GoPro широкий угол, тяжело видно. Уже дружите. Рядом лежат. Это сидит, это лежит. Только не без драк, пожалуйста. Дуська. Дуська, муська моя. Вот она настолько азиат благородная, видно, конечно, она даже не цапнет, но я вижу по ней. А вот как мне гулять? Я с щенками хотел гулять. Ну, пока я погуляю, она 10 раз домой идет. Вот люблю всякие эксперименты. Она ж добра, пойдемте к азиату с ней там посмотрим. Ты поела, да, корма? Пойдем. Чисто с ней пройдемся. Щенками можно с ней, с Кими можно, с Багирой еще. Но никак не с Киарой, не Спайк и Муса они могут обратить на нее внимание. Ну, в смысле, могут. Ну, сдалека не понять, что это сука. Ну, как бы. Тем более, после того, как на нас нападают на хуторе. Особенно Муса, он точно пока забоится ее. Начнет агрессировать. А Спайк может, он, кстати, на... Вот со Спайком, кстати, ходи сейчас по приколу. Добегаю. Тихо, не прыгай на меня. Я уже испачкал. Интересно ее поведение. Но она была нормально. Она вообще была. Смотрите, азиатка увидела на спидболе, убегает. Потому что они все равно. Она умная, умная азиатка. Это хорошо, что она уходит. Ой, Дуся, Дуся такая. Дуся, это новенькая. Она тебя не поддержит. Можешь сильно не газовать. Молодец, что она, в принципе, отходит. В тот раз, видите, вот здесь своей территории. Она подошла такая, вся над. Нельзя, Дуська. Молодец. Вот с одной стороны знакомлю, а с другой стороны я плохо делаю. Но. Не бойся, не бойся, не бойся. В обиду тебя точно не дам, не переживай. Да не прыгай, ну ёб вашу мать. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Просто реакция. Я знаю, что она не прыгает. Все, все, не переживай. Дуся, угомонись, молодец, молодец. Все, 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 все. Вот она высокая. Ну вот нормальная реакция. Неси, неси, молодец. Неси. Неси, молодец, молодец. Молодец, молодец, молодец. Ой, такой заставочка, да? Все, молодец.
Все, девчонки, ну на самом деле. Это, блин, ну не прыгай, говорю. Сейчас, смотрите, азиат потихонечку свои права. Возьмет в руки свои. Права в руки свои. Потому что они, во-первых, ревнивые обычно. И, ну, сторожа. Ладно, пусть правильно идет дома. Ну это хорошо, я думал, сейчас буду гулять с какими-то, с Киарой, она типа в наглую подойдет, как тогда с Багирой, я испугался. А раз так, это хорошо, значит, она дружит с головой своей и расценивает ситуацию правильно. Вообще, вас с Дусей надо вот так отпускать, по хутору лазить. Потому что она безобидна. Это пока, она сейчас туда-сюда пару раз зацепится, ее обидят и все, она уже тоже, это как ни крути, она питбуль, если она дать ей повод проявить эти качества в себе, то тогда уже крышка. Че, восстановим, ребят, через месяц, мы уже не узнаем вас. Самое главное, к ветру. Вот как мне поехать к ветрачу? Вроде я сейчас вот на данный момент свободен, но у меня есть еще куча других дел, которые ответственны очень. Я не могу на это даже время найти, но там очень ответственный момент. Ну вообще, вот на данный момент я в принципе свободен, потому что кошкам ничего не делаю, потому что я их дома буду пока закрывать на кухне. Но как я уйду, если у меня стройка, ворота открыты, то принеси за это, отдай, вот это сделай. Вот так вот. Охренеть, это что за стройка, да? Пиздец просто. Здесь тоже метры заливаем. Пипец. Масштабы меня уже впечатляют. Я уже в афиге, если честно. Раньше здесь немцы ходили на хуторе, вообще на хуторе много было во Вторую мировую войну. Немцев здесь было, они в домах жили этих. Вот так вот. Бункер, бункер. Что-то я в шоке со стройки, какая она большая. Сейчас становится видно, это пипец. В натуре пипец. Посмотрите, арматура. Запенили называется, запенили. Прикол? Охереть просто, а. Вот пидорас, вот по-другому не могу сказать, смотри, что за... Там все пен. Суки такие, а руки повырвать этим сукам. Твари, блядь. Каменная. А здесь вот вибрирует и сыпется. Короче. Что за это первое. Это когда будем плиту заливать? Это бетон, братан.
Иди сюда, Бито. Вот смотри. Это вот Артур Узбек заливал. Но это не бетон. Пена, видишь? Арматуру видно. Все пена была. За это руки бы ему оторвать. Это кто залил? Что-то? Узбек Артур. Он, пена все была, арматуру все видно. Руками пену это убрал. А удар на камеру. Все так же, да? Ну на камеру я хотел, как он мощно. Все, красота. Забиваем почти 20 сантиметров, забиваем. Вот метка на 20. Опа. Ничего, не выдер. Красуется нужно. Красавчик. Вот это вид, я говорю. Это строит АГО при поддержке Олега. Одну я забил сейчас. С горем пополам, но забил. Когда рука не надо работать, тогда все идет хорошо. Я говорю, вот это вид, да? Ух. Короче, приходят люди, там они, газелисты приходят, думают, что это государство строит, короче. Все в шоке. Да я сам уже в шоке сейчас. Ну что, надо привыкать к этим масштабам. Капец. Да что такое, а? Блин, меня за... Сразу разбавить? Да. Меня за бензином отправим. Пипец, я как масть. Ой, как работник их. Красивая у него голова. Не прыгать. Красивая голова у него. Нельзя, не прыгать. Реально голова красивая. Блин, характер вот эти скулёжи. Голова бомба у нее, я вам скажу. Теперь отбойник везем. У нас спор, да, летит или нет? На камере точек. А? А? Измир? Бомба? Так, мои инструменты собираю. Видали, ребятки? Охренеть. Дуся, под цвет дерева. Я говорю, кто это строит? Зачем это строит? Я в шоке. Я уже сам в шоке. Я уже плита залилась. Здесь тоже отдолбил, чтобы схватиться. Сразу для труб копают. Красивые места. Хочу. Я решил, вон на том доме кто-то встал и помахал. Уже выше фонарей. Ребят, честно, я под впечатлениями. Опа. Промахнулся чуть не. Так, держимся. Да, под впечатлениями, это пипец, если честно. Пишите комментарии, как вам масштабы. Вот честно, уже становится страшно. Я не готов был чуть-чуть, что на... GoPro не дают снять. Я сам, честно, не ожидал, что настолько такие масштабы будут, вот честно говоря. Это... Мои тачки, ребята. Иху. Это тоже тачка на прокачку. Не прыгай, только не прыгай. Короче, ищет ручки Джина. Джессика, красотка, на мышцах уже. Я в шоке, если честно. Ссылка в описании. Номера, с номерами телефона. Молодец, на территории не какает. Все, короче, все разошлись. Берем и идем домой. Все, Джессика погуляла. Сейчас я... Умная девочка, я вам скажу. Все. Не понял. А, все понятно. Вот.
конец. И то всех отпускают. Так хотят, наверное, кормить. Мои сладкие, как я хочу всех обнять, но пачкаться не хочу. Ничего, скоро будет питомник, будете чистенькие у меня. С Божьей помощью, с Олега поддержкой, может, до Нового года и зайдем. Возможно. Просто стройка не быстрая вещь, поэтому. Тю-тюх! Тю-тюх! Тю-тю-тю-тюх! Тю-тюх! Тю-тюх! Ты чё? Мордоворот! Ой. Вот они, прыгучие терьеры, а. Питбультерь. Муса, Кимка, погладить вас? Ну идите сюда. Иди сюда. Муса бедно боится. Иди, мой мальчик. Ты не болеешь, мой шлёдки? Мой персик, мой. Иди гуляй, мой персик. Кимка, молодцы. Вот, Кими нашла костяшку. Банить завтра уши. Буду через день закрывать, надо. Кими, оставь. Кими, оставь. Кима, нет. Да. Оставь. Стой, Барби. 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 Ёб твою нехай. Сейчас из этих костей. Стоп, стой, 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 стой. Нельзя, Тима, нельзя, нет, нет. Сейчас все уберем. Забрали, да? Нельзя, да уйдите, да уйдите. Уже выгуливаем, даем 15 минут, и волков отпускаем, а то они бедные ждут. Барби, ну ты умничка здесь, умная девочка. Блин, я как по Мусе тащусь, вот честно, прям не смотрю на Мусу и прям не могу. Какой он крутой. Хочу такого же себе, надо бы имбридинг сделать на Мусу, то бишь, если мы, в принципе, повяжем Бониту с Мусой, мы получаем мусят, головастиков, шикарно. Вот эту я вязку обязательно сделаю. А вы заметили, Спайкуша не кашляет, бегает, радуется. Ранки обрабатывают, но не знаю, посмотрим. У Киары после вчерашних, может, побегушек, у нее аж покраснела ранка, как будто счесалась. Спайк, ты, Спайк, иди, Спайк, Киарка, умничка. Трется от меня, трется прям. Тише, 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 все, все, тише, тише, тише. Ну тише, ну спокойно, мальчик. Спокойно. Так что ж мне все достает. Короче, у нас дурдом тут. Тише, тише, тише.